Смотри, у нас 355 было. Максимум. У нас каждый типа лучший представитель своего спека дамажит больше, чем у них. Чего? Сними серу, пожалуйста. Ну, кроме магов. Десятку снял. Пусть маг 16 кадал. Лишний. Три, два, один. Ну, еще этот. У нас-то на 10 тысяч ДПС меньше. Давайте за 10 я нас там заберу. У нас... Поздно. Ну, типа, у них 280, у нас 270, но они бьют в одного дамагера больше. Не понял, чё Феникс? Данзаки забрал? У нас 4 хила, у них 3. А, нахуй с ним, верни доли, Данзак обмен. Заебали, блядь. Термич обмен. Первый, последний раз. Такое дело. Так, сколько дерьмищ? За десятку, да? Всё, ну акулу успеем делать. Рыбу хамим быстрее. Уба впереди. Блять, чтоб ещё не лагало, сука, нахуй. Залупа ебаная. Джинсы поставил сзади. Похавать на джинс. Джинс стоит починить. Арчи на полу. Кулаки. По локу бафнуть? Друидом кулаки. Спасибо. По локу пристабав дайте. Всё. А чё отдал? Снигу это бафнуть. Брэдд с маслом. МК ещё. 3, 2, 1, пол. Яра. Сейчас куда уж там проверьте, пожалуйста. Хорошо. На эту хуйню лучше туда хлепал, это я, блядь, прям уверен, это надо. И в 3 хила. Да, в 3 хила. Не, ну, в 3 хуй его знает, ну вообще на хуйню. Крэш. Крэш в РДД. Грек нет. Раньше ты. Сам себя подхиливать. Выпей сопрот, я хуй его знает, все равно хил. Там физуха.
Я от кольца имею в виду, это не физуха. Потому что метка физуха, я в курсе. Кольцо тоже физуха. Ну, значит, я был, да, я думал, что это моя. Давайте дамажем, дамажем. Больше. Зеро на метку. Ну что такое, блядь? Иди нормально. Зеро на рейндж. Ринда метка. На ритме ли зону будет прохиливать. Грег, старайся себя держать и Азерон. Я с самоотхилом прокачанным. Может, на меня хила какого-то, ну типа... Мне хилить меньше надо намного. Ну так Грег, себя и тебя. Ребят, что с Дермичем не так? Объясните мне, пожалуйста. Дермич, ты опять истерию там не кидаешь или что? В чем проблема? Ебашит просто ЕГЦ нахуй. Нахуя вару, блядь? Ты, блядь, ты можешь, блядь, просто сделать то, что тебя просят, а не то, что ты хочешь, нахуй? Вару, блядь, вообще не надо, блядь, кидать истерию, нахуй. Ты кидаешь истерию либо коту, либо, блядь, сука, либо коту, либо роги, нахуй. Другого третьего не дано, ебать. Все нахуй. Рин, твоя мелизона, рин даешь, она. Трэш. Блять, да еб... Сука, хаку, блять. Может тебе кикнуть просто сейчас? Чтоб тебя выкинуло нахуй за ста, я хуй его знает. Да захер. Я ебал нахуй. Просто по КД метка начала кидается нахуй. То Ринда и Яша держит еще раз. Хаку держи максимально. Ридик держит Ринду Яш. Держи максимально хаку, не проеби, пожалуйста. Трэш. Печка. Нет. Альфредо, стой, печь. Зикуска пошла. Вставай, шипы в мобу. Дальше. Прохил. Ну, блядь, это не контрится просто, блядь. Это просто не контрится, нахуй. Бить. Бесполезный класс, нахуй, на метку. Тюльпаш. Мелкий тюльпаш удержишь.
Прохил. Прохил, прохил. Урёнок прохил. Грек. Мана нужна хилам. Дермич из баунд. В эфире дай по Барамиру ману. Рита тем. Протас тоже без маны. Я тоже давал. Сейчас гибну тут. Дермич. Больше добавьте ДПС. Жмите бурсты все. Арислин сакра. Настя, капли по тюльпаше. 50% на этом. Альфреда сухой калый. Умер тюльпаш. Ну блять, ну тут сука, ну попросил же, блять. Да пизду нахуй. У меня просто сервак залагал на 10%. Ну, меня тоже. Ты спросишь хуйню тоже, да? Угу. У меня вот прям сейчас зависло все. Это прокси Сируса называется. Я без прокси сижу, меня тоже кинул. А меня кикнуло, пиздец. Короче, что я хочу сказать, блядь. А боб эту хуйню не снимает? Физухой же бьет или что? Нет, не снимает. С каждым ударом... Если диван кидать, и он будет АФК просто стоять. Какой думал, диван? С каждым ударом каждого моба, который призывает босс, накапливается у него энергия. 100 энергии — это метка. Мобов надо станить по КД и убивать как можно быстрее. Те, кто не бьют мобов, из-за них у нас лишняя метка. И мобов надо стараться держать на танках. Да, понимаешь, лишняя, не лишняя метка, блять. Проблема в том, что нахуй... Метка кидается на хаку, нахуй, и равно вайп, нахуй. Ну да, там брони мало. Две тычки, и все. Либо частицу на него ебашить сразу, как на него. Вот нет. Скажи, у тюльпаши с Альфредосом насколько разница в уроне? У тюльпаши 10 тысяч в трэш 300. Я сейчас спрашиваю у Феникса. Потому что нужно сразу максимально, то есть поднятие по хп, а не вот эти дотки, которые сейчас... Ну, он в два раза все время меньше нас хилит. Да, он нам дает рагу, хорошо, блядь, но у нас проблемы сейчас с прохилом бывает иногда. Ты имеешь в виду его в сову, а тюльпашу в хиласпе? Давай попробуем хуй с ним. Тюльпаш спекись в хила, Альфредос, да-да. Хуй с ним попробуем. Хуй. Еще было два сделаем. Ну типа то, что я сказал, это, блядь, не значит, что это неправильно, блядь. Мобов надо станить, и чтобы танки всегда, ну, мобы на танках были. Потому что у танков есть эвойденс, уклонение там, от уклонения... Не, мы сейчас пуляем печка, давай ты потом вот идешь после кого. Не копится энергия на боссе. А, поставьте, если это арку. Алло, блядь. Что закончилось? Масло. Так попроси у кого-нибудь масло. Дайте, пожалуйста, масло, пацаны. Ник. Паша. Кусыков, бобов, два ляма, нахуй. Давайте рщину плывем. Досекающий топ-1. Че, есть такое масло? Дайте, пожалуйста. Вот хули щит не даю. Почему хули щит? ШПшники, почему вы мобов не бьете вообще? Вообще вот. Цуса 30 тысяч. Дольше живут мобы, больше меток в рейде будет. Сколько хп у мобов? Давайте все не будем бить нахуй. Будет интереснее играть нахуй. Сейчас спросили, сколько хп у мобов? Нравится здесь сидеть, блядь? Как мы повесим, блядь, дотку, они умрут. Нет, минуту, забей, у меня кошка наблевала.
Терпи, потом уберем. Ну не бей нахуй нигде мобов, ни на скоробеев, ничего нахуй не бей, блядь. Ну я не буду бить, блядь. Тебя буду слушать, блядь. Сука, тактику буду. Все, успокойтесь, ставить. Пожалуйста. Нахуй. Вы заебали. Дайте. Успокойтесь, нахуй. Хватит, нахуй. Поиграй за ШП, я посмотрю, как ты будешь бить, блядь. Посмотри видосы на ютубе у меня, блядь. Вася. Здесь не так, в этом блядь, дело, трэш, если Белизони, блядь, стоит, нахуй, он умирает, блядь, за 10, сука, где-то ебаных секунд, нахуй. У него дота, блядь, тикнет, нахуй, только 2,5 раза, блядь. Пока он еще ее повесит, блядь. Я тут... Убрал. Барамир, банка и масло, ты кустой. Я могу звонять за ними на услугу. Съебали, нахуй, закройте рты, блядь. Отчет даю на исходной стали. 5, 4, блять. 3, выкинуть нахуй. Там минуту выкидывать же еще будет. Припад убьем. Трэш. Соусад. Ой, блядь. Не, надо просто магов убрать на этого босса, и все станет нормально в этой жизни, нахуй. Отвечаю, блядь. Заберите трэш с РДД, пожалуйста, блядь. Куча случаев, нахуй. Мелкий держишь максимально с руслами. Хоть в раз на мага не кинул, это ебучая метка, нахуй. Просто, блядь, пизду, нахуй. Других людей нет времени. Альфредис мне. Альфредис Рэндж. Сауса тоже сломал. Мелкий держишь Альфредиса и Саусана. Кисера сломался мне, сори. Я понял. Эш.
Блять. Давай обоих магов буду держать тогда. Да, обоих магов держу, это пиздец. Раньше как удержи, я ебал нахуй. Это, блядь, рофл босс нахуй, реально. Других челов, блядь, в рейде нету нахуй. Каждый пул ебать на мага нахуй. Альфредеса тогда не я держу, пиститься на другом маге. Грек, твой Альфредес. Блять. Найс, трэш на Озе гуляет, блять. Рек, ты в холле присте? Да, это все. Няша метка. Рит, это твоя милицион. Где тут хлам? Прохил. Прэвис. Айсбаунд. Трэш. Метка урён. Мелкий, готовься каплю по хаку давать. Настя по соусаду. Я скажу, когда. Аристин Сакра. Давайте капли. Трэш. Нахуй. Ну это даже с каплями сокрой. Ну это, блять, пизду этих магов просто, нахуй. Грек, метка. Просто в пизду, нахуй. Да что ты мне линкуешь, нахуй? Пусть возьму что-нибудь на хп себе. Может добить еще. Могут перебивать банки на хп, когда прокает на них. Мелкий сакра. Трэш. Альфреда Синер по броне. Прохил. Резига. И Паша, держи резигу, подхиливай. Больше ТПС добавьте, блядь, бурсты нахуй. Не знаю, блядь, митинг себя нахуй. Трэш. Не хватает, блядь, на вот теперь трэш капитан, блядь. Зачем Барса? Ладно, а спул делаем еще. Пистолет, это блядь, просто... Ебануло. Это по просто пиздец. Не проходим 2%, нет? Так у нас умирают еще чувак. Не, ну у нас один умер сейчас же, 5%, правильно? Да. У него Берса на 7.2 включилась. Кольца получили, убьем. Два ляма получилось. Ну, мы все равно не убили его. Да, не убили бы все равно, надо припоты. Нет, посмотреть. Нам нужно, скорее всего, второй хупал и пытаться трехила это делать. Кого? Да, кстати, как вариант трехила тоже. Хорошая идея. Мы сейчас после рейда пойдем пачкой себе кольца делать. Кстати. Так, давайте посмотрим пока по-быстрому. Чем я могу помочь? Черпаша, блин. Тише.
Кто из них, кто тут меньше, наверное? Хаку пока заинст. Плеч. Шея никому не нужна? Крит меткость. Есть. Да не могу, вот на лучший пек там, не знаю. Будь перемен. Ты бэмпл можешь больше сделать? На сколько? 10 секунд? Да, 10 хватит. Давай. Рыбу хавайте быстрее, по клубах. Няшка. Хватит сумма. Умирай сумма. Умирай, твоя задача бить босса максимальный трэш. Справишься? Ну, сделай это так, чтобы ты не был первым после танка. Блять, один лаг. Но я надеюсь, ну не кинет на мага эту ебучую метку. Я очень на это надеюсь. Может, припод на броню ему, блядь. И на хп. А хули? Ну, блять, если только потом под конец. Или боб кидать, да, может, не будет. Там броня не поможет. Да, это все бред, да. Не поможет нихуя. Можешь одеть. Но он один. Арислин можешь тоже, блядь, я не знаю, один тринкет в ДДш надеть там. Какой-нибудь. Можешь, в принципе, даже два тринкета одеть ДДш. Похуй на эту стамину, что они его там дают. Пламя, да, какой-нибудь можешь лечь. Отчет даем. Для исходной стали. 5, 4, 3, 2, 1. Припод. Ой, этот трэш. Ремень.
Блять, бей босса нахуй, не фу, блять. Трэш, заберите с РДД зону быстрее. Милики, ну блять, кто-нибудь. Заберите с РДД зоны, нужно убить быстрее трэш. Блять, ну ёбаный в рот нахуй. Два мопа нахуй. Метка Орион, лично. Ридиги, это твои ватаргет. Трэш. Больше ДПС добавьте. Метка. Нет. Паша, съеби от меня, пожалуйста. Еще. Спасибо. Трэш. Больше ДПС добавил максимально. Бурсты все. Трэш. Метка чувала. Тульпас, помогай миллизону максимально похилить. Бурсты, смотрите, быстрее свои бурсты прожимаете, у кого-то КДш. ПС-ку там закидывают. КД. Айсбаунд, айсбаунд, трэш. Больше ДПС добавьте по боссу. Хил. Юсик примет. Стюльпах придвоем килить максимально лишен. Последний пач трэш заливаем, потом фул ДПС босс. Трэш.
Реслин Сакра. Пул ДПС босса. Все, трэш вообще не трогаем больше. Пул ДПС босса. Трэш появится, пул ДПС босса. Еще раз повторяю, только клив. Добавили ДПС, прожимки, блядь, бурсты. У кого там шотка дэш? Вот съебашьте максимально. Где кудочка? Барамир, бабл с экрана. Больше, 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 ребят, еще добавьте. На трэш забили хуй, все босса хуярим. Ну же, блядь. Ну! Хорош, блядь. Хорошо. Прибудет Оля. Мирая пришел, ебать, нахуй. И мечик еще выпал ему, нахуй. Пушка, Мирай, твоя, забирай. Отказывай, тут. Мирая, давайте похуй, по кайфу. Бля, мы одну, кстати, убили. Полсекунды бы бывает, но весь. Ну да, прям впритык. Ну, ребята, мы в 4 хила били это раз, и в 2 танка. Типа, можно мне соусово просьбу истерию в следующий раз потестить? И заметили, блядь, мы сразу убили, нахуй, как только не кинулась ебаная метка на мага. Люди решили препоты выпить, вся хуйня. Да, бля, там по магам по 17, по 18 косарей ебашит, это пиздец как жестко прохит. А скинь, препотов, по-моему, не все выпили второй, могу ошибаться, может, аддон забагался. Ну скинь препоты так, ради интереса. Так, ребята, все молодцы, в принципе, плюс-минус. Сейчас давайте доролю эту хуйню, потом ЕП начислю, я сейчас подумаю, сколько ЕП дать. За Сурфанга я больше накину. За остальных там стандартно кинул. Ну, не, он пиздит, я два... А, ну он показывает, что я два припота пинул. Да пронос завтра будет. Блять, а во сколько? Восемь, как обычно? Да, восемь, как обычно. На Next раз локом советую с мастера призыва убрать нахуй два очка, кинуть в нечистую силу и взять себе символ на жизнь отвод, блять, и на символ беса, чтобы свапнуть перед пулом босса. А можно мне, пожалуйста, шлем Конечно. Для коллекции? Он же никому не нужен, надеюсь. Никому не надо эту хуйню? Или о, что? Сейчас, я подожди, 10. А, Грек, 10. Не, ну это мне так, чисто. Мне на коллекции. Если надо, забирай. Заберу. 10. О, это, блин. Эта хуйня надо кому-нибудь? Чёрт, кому там снять? Кому снять? Войду десятку. Ну, тут ладно, пускай сами поборются. Типа идти, но это... Как вам объяснить? Ну, о, если вы уже спать там собираетесь, можете охнуться и потом начислить, столько среда не ливать. Будешь брать, Грек? Я не знаю. Если надо кому-то... то берите. Да, мне есть да, нормально. У меня там 200 просто. Не, я просто знаю примерно, как она прокает на, ну, на других серваках. Это ж на шаманке. Я здесь не знаю. Так ну, забота есть. Вы решили, что забирают, ребят. Давайте речь как-то немножко. Чё, грех? Я уже, блядь, ладно. Но. Я на последнем пуле, нахуй, засыпал. Ну, короче, давай, войду туда. Ну, на шамане на грустно прокало, пока не... Мирая, меч, нахуй, смотри, ты прям пришел для него. Зашел, кстати, Мирая, у ШПшников дамаг на косарь подрос. А вы булили его? Привет. Полезно. Кто говорит, что мы булили Мирая, вы шизики ебаные, вообще пиздец. Это, кстати, правда. Мы его не булили, вы сами это придумали. Сори за оскорбление. А сколько секунд до Берсе осталось? 0-1. Одна. Одна? Реально? Да. А, я 600 тысяч попадал. Да, это маловато, надо было побольше. Господа. Так, подожди, да. получается мы третий гильдий, который Сурфанга убил. Правильно я понял? Нахуярил. Мы как раз 600 тысяч босса нахуярил, так это он его получается, мы третий закрыли Сурка, кстати. Получается. Барамир в соло босса ёбнул. Ну, чисто Барамир господа, в соло. Господа, а зачем нужны вот эти вот знаки, которые по классу? На Т10, на Т10. Понял. Ну тебе на демона, кстати, можно, на самом деле. Ну, реально можно. Кстати, если взять
Талант у Лока, нечистая сила. Это с каждого беса, блять, по 100к почти. Дэмэджи. Вот интересно, с шаманами подраться за токен? И с варами или нет? Ладно, похуй. Полутаю токены когда-нибудь в конце. Добрый, хорошо, чувак. Я лучше в том, что ты больше напомнил. Ну не свич. Этот, дай-ка... Дай этот, сколько снять? Мирай 15? Лучше мульти давать. Пизду, нахуй этого босса бить. Чтобы ты понимал, по сайту показано, что мы вообще вторая гильдия, больше никто не убил, типа, только Эн заимбил. Гомель точно, Гомель же хуй положил, забил, да, реально, мы вторые, получается, убили, кто с Уркана. В смысле, Экзальт убили? Гомель же хуй вроде забил, Экзальт. Так Экзальт и первые же убили. Ну, потом Хеллсайт убили. Там еще Энзу убили. Хеллсайд с рука убили? Энзу убили. Энзу убили. Нихуя себе. А ну ладно. Хеллсайды с рука убили. На сайте, прикинь, только два показывают. Энза и нас. Причем мы впереди Энза даже. Арислин обмен. Арислин 6к. У Энза вообще другие боссов показывают. Гниломорт и Духлопуз, блядь. Ну да, это пиздец какой-то, блядь. Не работает нихуя у них. Арислин 6. Типа, пришли бы мы завтра, у нас было бы... Чем больше ДПС. Ну, а повоевать с вами, лучше что ли, за токен? О, ладно, похуй, не буду. Бля, можно карать. Ну, убили токен. Все равно сегодня. Да, мы да, молодцы. Припашки. Хорошо, что не разошлись. А мне сколько ЕП дается 4 босса? Да не, но ведь крейду осталось. 4. Ебать. Я считаю, 2 миллиона хватит. Забирать. Корабли не босс, Доль. Не переживайте, я накину нормальные. Я через 3 токена буду драться за них. Я вот единственное, что хочу, это себе пушку 245-ю поменять, и в принципе моя жизнь будет прекрасней. Так, здесь 600, 400 накину так, и в принципе... Так. Пиво победило. Все, всем спасибо, все свободны. Всем спокойной ночи. Да, всем спасибо, всем спокойной.